Скоро Новый год. Самый сказочный и веселый праздник, который ждут и дети, и взрослые. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает послушать стихотворение Кристины Стрельниковой «Новогодние каникулы Деда Мороза». Там, где прячутся метели, там, где ели побелели, ледяной высокий дом, ни огня, ни печки в нем. Ветер в комнатах гудит, стол снежинками покрыт, в чайной кружке лед не тает, Дед Мороз письмо читает. Пишут жители лесные: Дед Мороз, на выходные приезжай к нам отдохнуть, о работе позабудь. Дед Мороз давно устал, о каникулах мечтал. В чемоданчик он кладет свежий ветер, тонкий лед, вьюгу, снежный порошок и загадочный мешок. Огляделся, все в порядке, и умчался на лошадке. Дед Мороз по лесу скачет, видит, зайка горько плачет. Елка есть, но нет на ней ни игрушек, ни огней. Дед Мороз мешок берет. Ладно, отдых подождет. Раз, два, три. Гори, гирлянда, будет елочка нарядна. Дед Мороз по лесу мчится. Видит он, грустит лисица. Не могу для маскарада подобрать себе наряда. Дед Мороз смеется. Да, настоящая беда. Раз, два, три. Теперь лисица в пышной шубе, как царица. Дед Мороз все дальше едет. Слышит, как ревут медведи. Ох, в лесу для мишек нет мармелада и конфет. Спорят суслики и норки. Как повыше сделать горки? Как скорее залить катки? Где для всех достать коньки? Улыбнулся Дед Мороз, заклинание произнес. Раз. И горка хоть куда. Два. Фигурки изо льда. Три. Сугробы мармелада. Что ты, дедушка, не надо. Ты приехал отдохнуть. Мы и сами как-нибудь. Головой Мороз качает. Нет, каникул не бывает без подарков, угощений и чудесных превращений. И теперь нам только нужно улыбнуться, крикнуть дружно. Ну-ка, елочка, гори! С Новым годом! Раз, два, три! А сейчас давайте сами смастерим новогодний сувенир – варежку Деда Мороза. Вам понадобится цветная бумага, ножницы, клей, остатки цветной пряжи, ленты, бусины, цветные помпоны и фигурные дыроколы. Из красной бумаги обвести по шаблону деталь варежки со сгибом и вырезать. Варежку согнуть пополам. С помощью фигурного дырокола вырезать снежинки из полоски белой бумаги длиной 200 мм и шириной 40 мм. Снежинки отложить. По обеим сторонам фигурными ножницами отрезать две волнистые полоски. Полоски разрезать на две равные части. На лицевую сторону варежки наклеить широкую полоску. Волнистые полоски наклеить по вашему задуманному узору. Наклеить снежинки.
из разноцветной пряжи завязать бант. На бант наклеить пушистые помпоны. Украсить бантом варежку. Узоры на ваших варежках будут разные, даже если набор деталей у всех одинаковый. Внутри вашей открытки вы можете написать поздравление, пожелание или просто наклеить рисунок. Если вы прикрепите к вашей варежке ниточку серебряного дождика, то ее можно повесить на елку. Ваш подарок Деду Морозу готов! В нашей библиотеке вы можете познакомиться и с другими новогодними стихами и сказками.